Один из моих подписчиков попросил рассказать, а еще лучше показать, как делается настоящий швейцарский сыр. Поэтому, когда в начале мая швейцарские сырные фабрики устроили день открытых дверей, я не могла пропустить эту возможность. Я выбрала большую фабрику, основанную в 1976 году. Она, конечно, очень так далековато от нас, но оно того стоило. Они организовали кучу развлечений для детей и взрослых. Можно было покататься на лошадях, покормить коров, поучаствовать в соревнованиях на самокатах. Ну и, конечно же, побыть ассистентом у настоящего швейцарского сыровара. Конечно же, понимаете, что за час сыр не сваришь. И производство его занимает энное количество времени в зависимости от выдержки сыра. Но самое начало процесса мы увидели. Колоритный мужчина в белых сапогах очень подробно рассказывал и показывал детишкам и взрослым начало производства. Какая температура должна быть, что добавляет внутрь, как мешать, какие тесты потом проводятся. В общем, было очень интересно. Ну и, конечно же, там можно было попробовать и купить сыр, который они производят. Очень вкусный.